Вся предоставленная информация вам выложена исключительно в ознакомительных целях. Ставьте лайки и комментарии. И Ферит, несмотря на свои чувства, продолжает игру. Ферит и Назлы продолжают играть роль счастливых молодоженов. А есть ли настоящие чувства за тем, что они делают, притворяясь влюбленными? Хотя они не признаются в этом и самим себе. Игра сблизила их в эмоциональном плане. Приближается день судебного заседания, и тем самым возрастает и волнение. Посмотреть очередную 19-ю серию турецкого сериала «Полнолуние» вы сможете после 12 ноября.